Праздник прощения с летом устроили для детей поселка работники Дома культуры станции Курагина и районного Дома культуры. Праздник так и назывался «До свидания, лето» и проходил в теплый, солнечный, по-настоящему летний день. На сцене выступали юные артисты ДК станции Курагина и районного Дома культуры. В этот день, например, дебютировали танцоры хореографического коллектива «Карамельки». Они еще дошколята, но уже очень ответственные и творческие. Пришедших на праздник детей приглашали принять участие в разных игровых программах. Например, вместе с зайчиком искать его потерявшийся хвостик. Играли в лесочке, прыгал с кочку на кочку, за веточку зацепился и к вам кубарем прикатился. Глядь, а хвостика-то нет, потерял я свой хвостик. Ой, беда, беда. Ребята, а давайте поможем зайке найти хвостик. Те, кто не принимал участие в поисках, могли покататься на лошадках или попрыгать на батутах. Прощение с летом запомнится малышам.